Я приведу простую такую видную глазу аналогию. Больше всего про вытеснение говорили после фразы Германа Грефа, что он сократил 5 тысяч юристов. Ну, наверное. Но вы не заметили, что в каждом офисе Сбера около терминала люди стоят? Перемножить не хотите? Это не 5 тысяч, это значительно больше. То есть, что же такое человеческий интерфейс с цифровыми технологиями? И он не уйдет вместе с доцифровыми технологиями, потому что, ну, я бы в состоянии в письменном терминале там набрать, что от меня требуется. Но зачем? Они это делают с такой красотой и скоростью, что эстетическую удовольствие получили. Сдвиг занят, сдвиг идет.